Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цей спорт лише для сильних та мужніх. Якщо вам не вистачає емоцій у житті, то вам сюди. Навчать, як правильно триматись по життю. Отож, в нашій студії Микита Безгінов, майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою, засновник та тренер клубу змішаних єдиноборств. І змішані єдиноборства, вони залишаються на сьогоднішній день, як ММА, всі про них говорять, дуже популярними. Тож, Микита, раді вас бачити, раді, що ви принесли з собою нагороди. Це такі серйозні, величезні кубки, ну, не знаю, міжнародні, так? Ми виступаємо по смішаним єдиноборствам і по ММА, по комбат-джиу-джитсу, бойовому самбо, то есть по различным видам. Это вы попросили принести кубки, я принес несколько кубков, и ну, могу рассказать, да, какие... Будь ласка, про них трошки расскажите, такие... Не заняли, да, этот... Эти последние кубки, которые были самые свежие, в марте мы заняли первое командное место по боевому самбо, это по смешанным единоборствам ММА, отобрались на чемпионат Украины. Это областные городские соревнования. Вот эти кубки... Вот это, наверное, самая такая приятная была награда, интересно. Мы впервые выиграли чемпионат Украины. Ну как, мы выиграли в составе сборной области, но с нашего клуба было больше всего чемпионов. Мы заняли 11 первых мест, больше, чем любая другая область. А от чего это зависит? Чему у нас так много таких бойцов? Ну, у нас это где? У меня или у нас ну, в области? Ну, вы же скажете, ваша команда. Наша команда. Ну, как? Ваша команда столько их мает? Ну, на самом деле, это очень тяжелый труд, и все это приходит постепенно. Поначалу тоже ничего не было. Я начал тренировать уже 7 лет назад. До этого сам выступал, тренировался. И поначалу тоже было тяжело, поначалу людей было очень мало. Ну, сейчас у нас тренируется в клубе где-то около 100 человек. Ну, 70 я тренирую, у меня 6 групп. 70 человек вы тренируете? Ну, детей, да. У меня, да. А как вы так распределяете? И сами же тренуетесь? Вы же активный спортсмен? Ну да, не, я сейчас уже не выступаю, но продолжаю тренироваться по различным видам. Я вообще сам рукопашник. Начинал выступать по рукопашному бою, тренировался в «Динамо». Это Федерация рукопашного боя. Мой первый тренер Вадим Дмитриевич Нестеренко. Большая ему благодарность. Второй тренер Вадим Валентин Ващенко, Валентин Васильевич, он президент областной федерации. И вот мы начали вообще, могу рассказать, как мы начали вообще тренироваться наш как бы, путь. На самом деле я начал заниматься единоборствами уже во взрослом возрасте, не в детстве. Потому как в детстве, ну, просто не было секций хороших никаких, ну, вообще ничего не было. В 90-е годы там, как бы, особо там ходили там, на футбол, там, баскетбол, mm-hmm. это такое. А потом, когда уже в взрослом возрасте, уже в 17 лет, я уже, помню, учился в технику на третьем курсе, уже работал, сам платил за тренировки, и мы вот попали в «Динамо». У меня брат был баскетболист профессиональный, он играл за «Днепр», они играли в «Динамо» тогда. И я знал, что там в третьем этаже какие-то единоборства. И пришел, говорю, вот, хотим заниматься, а у нас было... коллектив, ну, там, с друзьями мы там участвовали в этих фанатских драках, там, еще в юности. В общем, мы решили научиться драться. Я пошел, меня отправили как найти... Ну, чтобы это уже было бы серьезно. Да, да, отправили меня найти, сказал, кто-то сказал, что вот там есть тайский бокс, хорошая секция в «Динамо». Я же пришел, а там как раз был Валентин Васильевич Ващенко, ну, там, президент Федерации рукопашного боя. Он говорит, вот у нас есть, я говорю, я пришел на тайский бокс, он говорит, рукопашный бой. Я говорю, а что такое рукопашный бой? Это руками бить? Так они говорят, нет, это руками, ногами, борьба. В общем, я говорю, ну, нам интересно. И мы, в общем, сначала создали вообще свою группу. Нам там тренировки были на 6:30 вечера, но нам было неудобно в это время. И мы говорим, нам надо на 8. И там как раз вот наш первый тренер, Вадим Дмитриевич, он сказал, вот, можете, соберите 10 человек, там, будете там какую-то сумму там платить, я вас буду тренировать. И мы, как я, можно сказать, собрал тогда уже группу своих товарищей, и мы начали тренироваться. Первые несколько лет тренировались просто для себя, потом уже стало... Попробовали ну, на соревнованиях нудно, выступать. Так, тому що для себе, ну, для себе то таке. Ну, да, на самом деле все, да, рассказывают, я тренируюсь для себя, это, ну, тренируешься, когда ты, не знаю, ну, не уверен, просто не пробовал выступать. То есть я считаю, если ты тренируешься, особенно, ну, во взрослом возрасте понятно, когда тебе там уже за 30 там, лет, ты пришел просто для себя, для поддержания формы. Но если ты молодой, либо если ты ребенок, тем более, тебе нужно выступать обязательно на соревнованиях. Поэтому просто так ходить, ну, нету в этом...
Я з вами абсолютно погоджуюсь. Будь-який спортсмен, він повинен мати досягнення і мету до чогось іти. Тому що просто так, ти ж не бачиш, які в тебе результати. Ти такий краще, ніж вчора в тебе, чи краще, ніж сьогодні? Звісно. І я так скажу, я от перші роки, коли ми тренувалися, ну так, там три рази в неділю займалися, так для себе, там, особо, і як-то особо росту я не чувствувався. Я все время відкладував, думаю, попробувати на соревнованиях, думаю, ну потім, от я буду лучше готов. І все одно перший раз, коли виступав, там, три роки ми вже тренувалися, все одно проіграв. Потом второй раз проиграл, третий раз уже второе место занял, несколько боев выиграл. То есть все приходит с опытом. В принципе, чем раньше начнешь выступать, тем лучше. Поэтому, когда я уже вот, после двух лет тренировок, вот я начал выступать в начале года. К концу года, вот, в декабре, я уже тогда выиграл чемпионат еще по молодежи, 18-20 лет, чемпионат области. И потом через два года уже выиграл чемпионат Украины, а еще через два чемпионат Европы. Ну ось так, поэтому... бачите, з досвідом, тому що коли людина йде на змагання, це теж свій досвід. Треба розуміти, як правильно вступити, чи вчасно ти це зробив, так, як судді реагують, що саме треба зробити, які можуть бути супротивники, бо один такий, другий інший, можливо, так? Ну, тобто, конечно, да, взагалі... все з опитом приходить, і поэтому поначалу, коли ми тільки почали, от я вернусь до вашого питання, у мене завжди предыстория длинная. Когда начал я тренировать, я как-то вроде не собирался тренировать, ну, сам выступал. Потом мне мой товарищ Сергей Тарасов тоже сейчас тренирует, кстати, мы в одной федерации с ним продолжаем, вместе тренировались и продолжаем дружить, общаться. Говорит, давай начнем тренировать, попробуем. Я говорю, ну давай, мы тогда у нас одна группа была, на двоих мы взрослых тренировали. Я собрал просто знакомых своих, мы там в фитнес-клубе, в одном тоже я собрал людей и начали тренировать. Но потом я через год понял, что как бы взрослых группы здоровья с ним не интересно. Нужно начинать с детей. И начал в двух школах. Сначала в одной школе, 33-я гимназия, как раз возле вас рядышком. Сейчас на тренировку как раз пойду, закончится. Ну так, діти, а діти як вони? З задоволенням приходять на тренування? Хлопці ж, мабуть, хочуть. Ну я так скажу, что очень сложно набрать сейчас детей не маленьких. Вот первый, второй класс, вот в основном у меня набор идет до первоклассников. Потому что дети уже, которые постарше, их очень сложно уже затянуть на тренировки. Ну, почему? Есть, ну пару человек есть, допустим, которые нормально, которые занимались раньше, они чем-то и занимаются. А остальные, которые не вот родители в свое время не отдали никуда на спорт, и они уже начинают, там, сидят в телефонах. Те, которые постарше, уже где-то ходят, пиво там пьют там, и так далее. Поэтому очень сложно, на самом деле, ну, набор основной, это идет как раз первоклассников. И потом, вот, ребят, вот я с первого класса, у меня есть набор, самый лучший набор у меня 16-го года, самый сильный. Вот сейчас ребята уже, какой у нас, 21-й, уже 5 лет тренируются, уже многократные чемпионы Украины, некоторые из них, то есть продолжают тренироваться. И когда ты маленького ребенка берешь, ему, ну, они очень быстро набирают, при правильном подходе к тренировкам, очень быстро набирают форму, выступают. Что вам спорт дав и чего вы досягли? Мне очень много спорт дал, особенно, ну, как, благодарность нашему первому тренеру Владимиру Дмитриевичу, еще раз ему передаю привет. Это был для нас как и тренер, и наставник наш, старший, ну, как отец родной, был. То есть очень много чего мы вообще по жизни научились от него, переняли. Я помню, ну, мне было 17 лет, я... Парень был крепкий, но единоборствами не занимался, просто там футбол, ну, как бы. И, конечно, там какие-то ситуации бывают там, в жизни, там, драки, естественно, происходили, и, ну, любой человек, он испытывает какой-то там страх, да, когда какая-то конфликтная ситуация и так далее. И я всегда думал, если, ну, происходит какая-то у меня конфликтная ситуация, как бы сейчас в этой ситуации поступил бы мой тренер Дмитриевич? Думаю, он бы никого заднюю бы не дал никогда, то есть не, я не... Ничего не боялся, через пару лет, я помню, даже первые полгода прошло, мы тренировались, и то, тренировались просто для себя понемногу, и у нас там первый какой-то там конфликт возник, ну, где-то на районе, там, ребята более старше, там, на 3 года старше, я уже настолько себя уверенно чувствовал, просто спокойно... Так, а що? Побив. Всіх розкидалися. Ну, взагалі кажуть, що хто тренується, то вони бояться. Ні, ну, як, їм не можна, тому що... Ні, воно і не хоче. Ну, на самом деле, от как бы в юності, конечно, там і в детстве, да, возникають ситуації конфліктні, но зараз, последніх вже много лет, ніяких ситуацій воно не возникає. Ти просто себе чувствуєш уверенно, і люди, які, ну, люди, которые пристают там на улицах и так далее, они, как правило, к сильным не лезут, они это чувствуют, ну, как собаки. Ну, разумеют, да, так, что краще не чипать, лучше не лезть, поэтому
Также и ребята, которые, сейчас большинство ребят, которые у меня тренируются, они самые сильные у себя в классах и даже сильнее, чем несколько лет вперед. Сильнее, но они очень добрые, очень спокойные, никого не обижают, им просто это неинтересно. Потому что они выступают на соревнованиях и... Они отдают все да, там. Им интересно с соперниками равными себе... Выходите звичайно, сражаться. Показати вже не... Да, а просто, просто так кого-то обижать, ну, это, как правило, наоборот, неуверенные в себе люди там, пытаются кого-то обидеть, там, как-то унизить и так далее. Поэтому у нас очень в коллективе такое очень хорошее отношение. Поэтому... Ну, ви так, несете якийсь позитив з собою. Я не знаю, може вас так навчили, а може просто самі такі, може батьки такі, не знаю. Але ну, стараюсь, да. Так, позитив, він багато чого дає по життю. Не лише для спортсмена, взагалі для кожної людини. Він повинен бути. Його можна розвивати. І, до речі, спорт, він вимагає не лише от такого сконцентрованості, влучності, а ще і терпіння, і вчасно зробити той крок, який повинен бути. Не розпиляти свої навички туди, куди треба і куди не треба, а вчасно, вчасно це робити. Знаєш. Чи вчите ви своїх вихованців робити правильні кроки? От тоді, коли потрібно, тоді, коли десь, можливо, треба трошки притормозити, а десь треба дати відсіч дуже швидко? Ну, имеете в виду вообще в повседневной так, жизни, ну, да? Ну, в повседневной, или... и на змаганиях, и на тренировании. Это же все выховывается. Не, ну, конечно. То есть идет подготовка. Ребятам, вот я с детства ребятам рассказываю, там, самым маленьким говорю, то есть не нужно никого первым трогать, но если тебя обижают, вот многие там учителя рассказывают, вот, там ни в коем случае там не драться. Ну, как не драться? То есть есть, ну, для любого нормального парня, в этом ничего такого нету. То есть в любом случае будут драки, будут конфликтные ситуации. Просто я говорю, вы не бейте просто сильно. Обозначили просто свое преимущество. И все там. Ну, это если уже конфликта не удается, ну, конечно, за себя ты должен постоять в любом случае. И себя в обиду, не себя, не своих товарищей, друзей в обиду ни в коем случае нельзя давать. Поэтому один раз, вот я помню, у меня ребята, которые постарше, вот я был набор, тоже, ну, такие, по 10, по 11 лет я набрал, тоже старшая группа. И вот как-то было буквально целая там неделя, они мне рассказывают, ой, я там подрался с тем-то, я подрался. Ну, короче, все у всех повыигрывали и, ну, в своих драках. Да, вот они раньше там боялись, их, допустим, обижал какой-то, у меня там парень, там Денис, вот его обижал там какой-то парень там старше его. Он потом говорит, ну, я взял, там, бахнул. То есть раз, да, его там к директору вызвали, все, после этого никто к нему не лезет, все уже знают, что... Все, и он ходит спокойно. Я вот ребятам тоже рассказываю, когда и приглашаю на тренировки. Будете себя чувствовать уверенно, будете с удовольствием ходить в школу. Не бояться, что вас кто-то будет обижать. Поэтому, ну, конечно, не нужно там... Ну, просто если ты сильный, тебе не надо, ты не будешь бить. Если ты не умеешь драться, ты можешь травмировать человека. Мне больше подходить, от мне больше подобается, когда ты сильный, ты можешь захистить. От мне это больше подобается. Не, ну, конечно. Ну, а и себя, если ты себя защитить не можешь, как ты кого-то другого защитишь? Поэтому все начинается себя, то есть, и, ну, вот у моих ребят, которые тренируются, ну, никаких конфликтных ситуаций, в принципе, ну, нигде никто нету. Не чипает. Да, никто не трогает. Ну, а такие какие-то конфликты могут быть. Я сам дрался в детстве, но без этого никуда. Ну, за місяць можна навчитися якимось прийомам і вже показувати себе з кращої? Ні, ну за місяць, ні, ну як сказати за місяць? Опять же, смотря какой, у каждого, у ребенка, у каждого разный изначальный уровень подготовки. Есть, все зависит от того, как родители с детьми занимаются. Просто приходят, есть ребята уже крепкие, они уже отжиматься умеют и кувыркаться. Есть такие, приходят, ко мне пришел там парень недавно, он в 11 лет кувыркаться не умеет. Ну, то есть, как, конечно, ему... Нужно подольше. То есть ему але просто можливо... нужно хотя бы сначала научить элементарным каким-то движением, координации, какой-то просто чему-то его научить. Потом уже, конечно, будет результат. Даже ребята, которые изначально... Есть ребята классные, которых сразу ты видишь, все, этот будет чемпион. И у них просто все получается. Есть ребята, которые, ну, тяжело соображают, да, им тяжело дается. Но если они продолжают трудиться, они потом еще и обгоняют тех, которые... Да, потому что есть талантливые ребята, которым просто надоедают. Вот у меня тоже были там несколько ребят. Вообще, один тот Ярик. Сейчас, кстати, привет ему передаю, если посмотрит. Да, вообще парень, ну, просто монстр. Но настолько талантливый. У него... Он все чувствует борьбу. Он физически очень сильный, уверенный. Просто, ну... Всех выигрывал сходу.
І там, ну, практично от у нього равних вообще не було. Тобто, що може надламати людину? Ну, от якщо такі класні у вас є вже вихованці, і їх багато, от ви сказали, 11 перших місць, це ж про щось говорить, так? Ну, да. Це дуже добре. А що може зламати людину, яка, ну, перестає займатися? Є такі от... Навіть не те, що зламати, іноді буває просто лінь елементарно. Я сам скажу, я всю життя продовжую тренуватися, і іноді буває себе дуже тяжело заставити на тренуровки. І якщо ще нету підтримки, допустим, зі сторони батьків, да, вот у меня есть парень, там, Глеб тоже, а так я за Ярика не дорассказал. Короче, пропал он. Давайте дорассказываю. И, в общем, потом он как-то начал что-то лениться, там, на футбол, там, что-то решил пойти, и пропал. Хотя реально, ну, очень талантливый парень, ну, таких, ну, равных ему нет. И все, и не факт, что если сейчас он не вернется, вот он уже месяца, наверное, 4 не ходит. Ну, ми йому тоді привіт передамо, да, привіт ему, нехай привіт повертається. Да, пусть возвращается. Не ображали ви його, ні? Ні, ну як, він там, він обиделся, він завжди виигрывал соревнования всі, а тут ми устраиваем, ну, у нас є офіційне соревнование, є ще клубний турнір, на якому борються між собою. Він боролся з парнем, теж з нашим, який його легче весом, ну, і чуть його послабее. І у них була нічия, і ми віддали победу, ну, тому, хто було легче. І він так розстроювався, бився, йому хотілося. І він там, і такий, ну, краще дитячий сад. Ну, все ж так, да. На таке но... не треба звертати увагу. Конечно, вообще, вообще на, особенно на тренера вообще нельзя обижаться. То есть у нас, ну, это вот, бывает иногда тоже с родителями разные там ситуации, родители все разные, у каждого свое какое-то понимание. Да, но они, иногда они начинают лезть как бы в процесс, пытаются что-то тебе рассказать. Ну, я стараюсь, конечно, с ними не конфликтовать, но бывает, то есть бывают всякие ситуации. Ну, я говорю, детям так на тренера точно вообще обижаться нельзя. Потому что тренер может там подшутить, повеселиться. У нас там есть ребята, там и прозвище там у каждого тебя так называть. А, ну, это по-доброму, это не... И у нас такие, ну, то есть каждый по-доброму могут подкалывать, то есть, ну, по-злому никто никого не обижает. Но такая вот атмосфера очень... Девчатка, е у вас? Да, есть немного. Я вообще девочек не очень как люблю в единоборствах, скажем так, потому что это не очень женский не вид. Не женочество. Да, не женский, но вот у меня сейчас вот есть две девочки, Кира и Самира, вот им тоже привет передаю. Это про... Они пришли в прошлом году. Всего, то есть они тренируются всего второй год. Они уже за год стали на уровне с ребятами своего возраста и веса, чемпионами Украины, они уже у них даже выигрывают. То есть, ну, это... они могут брать участие в змаганиях? Ну, конечно, да. По девочкам тоже проводят. Их, конечно, поменьше участников по девочкам. Иногда бывает, вот, нету участников, ну, если там без ударной техники, по борьбе, сейчас мы выступаем, там, по самбо, и нету соперников по мальчикам, то они с мальчиками борются и выигрывают у мальчиков. Ну, то не знаю, мені здається, що це так трошки небезпечно, ну, треба дівчаток очень окремо. Очень крепкі. Ні, ну, вони просто, ну, в дитинстві, понятно, що по взрослому ти не будеш, но в дитинстві у них, вони наоборот, даже в розвитті опережають мальчиків. А ви нещодавно повернулися зі змагань, розкажіть трошки про них. Був турнір, так? Ну, соревновань у нас много, на самом деле, прям совсем недавно. Ну, ось ви казали, що ви на змаганнях, от були, ти тільки повернулись. А, був на вихідних, це... был чемпионат Украины по взрослым. Там у меня взрослых нету, я там как судья ехал. Вы еще есть судьею? Да, да. Ага. А вы можете оценивать, кто кращий, кто гирший? Ну, какие критерии зараз існуют? Судействие. Ну, в судействе, опять же, по разным видам, разные правила. В принципе, единоборство, почему мы выступаем по разным единоборствам, это ММА, ну, смешанное единоборство, потом самбо, боевое самбо. В принципе, везде техника, ну, если ты удар, он везде одинаковый удар, да, или бросок. Разница в правилах в оценивании технических действий и в разрешенных и запрещенных технических действиях. Поэтому в этом вся разница. А выступать ты можешь, вот чем интересен наши виды, потому что мы можем выступать и там, и там. Если ты, например, боксер, ты не сможешь выступать по борьбе, да, или ты, если ты там легкоатлет, ты будешь только бегать. А у нас настолько интересно, вот почему интересен вообще единоборство, в принципе, это я считаю, для мальчиков это самый лучший. Универсальный, так? Да, ну, универсальный, во-первых, ты, ну, почему стоит пойти на единоборство и отправить своего ребенка? Во-первых, это его физическая подготовка, то есть он будет гораздо сильнее, будет полностью гармонично развиваться все мышцы, потом уверенность в себе, то есть он никого не будет бояться, будет, как я уже говорил, с удовольствием ходить в школу, будет понимать, что его никто там не обидит. Опять же, будет красивым, я ребятам говорю, вы подрастете, сейчас вот вы маленькие, да, вы подрастете, у вас формируется фигура, то есть вы будете крепкими, хорошими парнями, будете девочкам нравиться. Поэтому, ну, все преимущества, и почему еще интересно, потому что это очень интересный вид, очень разнообразный, есть ударная техника в стойке, борьба в стойке, в партере, очень разнообразно, поэтому...
Ну, ось Дерево. Так, стільки ми сьогодні почули, ну, завдяки вам, Микита, про цей спорт. Ми вже закінчуємо, так? Так, ми вже завершимо цей ефір, звичайно, а таке враження, що тільки почали. Ну, з вами дуже швидко лине час, дуже приємно було спілкуватися, говорити сьогодні, ну, і, звичайно ж, ми радіємо за ваших чемпіонів. Ну, так, ви приходите на тренувальні к нам. Я вже дякуємо, звичайно. Де? Бажаємо успіхів, бажаємо мати сили, наснагу і терпіння, тому що з дітьми працювати, мабуть, не так просто, а ще хочеться зробити з них чемпіонів. Тож, бажаємо вам саме цього, ну і, звичайно, будемо чекати вас ще у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.